как бы мы не ожидали, но Олег Николаевич... А что делать, что делать? Я сам, в принципе, не планировал. Опять? Всем привет! Мы просто следим за ходом строительства. Олег Николаевич, как вам, довольны ли вы, как говорится, тем, почему ваши машины ехать? Мы пьем за то, чтобы казахстанские машины пересекали этот пролив. Да, Ой, за вами уже приближается, Олег Николаевич, быстрее, давайте. Нет, это же за вами, ну, ваш вертолет, потому что... А, я думал, за мной ястреб, который... Чартер. Печень придет. Так, конечно, интеграционные процессы на евразийском пространстве стали основным триггером развития автомобильной промышленности республики на этапе первой пятилетки индустриализации. И мы рассчитываем, что не позднее, чем к 2019 году, в рамках второго этапа государственной программы индустриально-инновационного развития, объемы выпуска в автомобильной отрасли достигнут 180 тысяч единиц, а доля экспорта, кажется, не ниже 30%. Ну и, конечно же, уровень локализации будет достигнут в горизонте 50%. В горизонте вот так за вами сейчас? Такой же успешный горизонт, как этот. По идее, да. Так же, но по-другому. Ну, теперь, пожалуйста, обращайтесь к нашим телезрителям. Пожелайте им, пожалуйста, всего самого доброго, благ, а женщинам парня хорошего найти. Счастья, здоровья, все, но и крайшего. Овцу забыли. Ой, да, мы же не взяли овцу. Ну ладно, все, всем хороших благ.